Нападающий футбольного клуба «Муром» Кирилл Косарев, отданный в аренду в «Зенит-2», забил 2 мяча французам. Игроки 2001 года рождения юношеской сборной России выступили на турнире в Хорватии и Словении. Наши футболисты трижды сыграли в ничью с Хорватией 0-0, Словении 2-2 и Францией 3-3. Поучаствовал во всех матчах и забил 2 гола французам. Поздравляем! А вот товарищ из футбольного клуба «Муром» готовится к домашним матчам с лидерами. Первый из них состоится уже в эту субботу. Наши игроки будут встречать Псков 747. Летний старт нового сезона Олимпиадного России для наших соперников ознаменовался тем, что сейчас клуб из Пскова занимает третью строчку в таблице, имея только одно поражение от ленинградца. Всех болельщиков ждут на стадионе Лосева в субботу 14 сентября в 19 часов.